И всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Rush. Ребята, ваша любимая рубрика. Покупаю все скины, с которых меня убьют, но сегодня, ребята, я буду играть на айпаде, поэтому будет мясо полнейшее, ребята. На айпаде я вообще нуб галимый, просто самый последний, наверное, нуб стендофа. Поэтому, ребята, усаживайтесь поудобнее. Приятного аппетита, приятного просмотра, сегодня будет жарко. Погнали! Фух! Ну что, ребята, закладочка бомба. Во-первых, ММ у меня заблокирован еще на час 32 из-за читеров. Во-вторых, ребята, ну как бы я еще с айпада особо не готов играть в ММ, потому что меня там разваливать будут, ну просто как лоха галимого последнего. Я сейчас на закладке бомбы, ребята, вообще не обещаю ничего показать. Ну блин, там скинов, конечно, поменьше, чем на ММ. Но, ребята, давайте договоримся тогда с вами так. Если вдруг меня убивают, ну с какого-нибудь дешман скина, то мы его покупаем раз в 10 дороже, так? Так будет, ребят, ну реально честнее, наверное, интереснее, чтобы вам интереснее было смотреть. Но если, ребята, убивают с какого-нибудь дорогого, охренительного скина, ну тогда, соответственно, ребятки, мы, ну, потише, не разгоняемся особо и покупаем, как бы, ну, как надо. Окей, ребятки, разминочку пропускаем и возвращаемся к вам. Итак, ребятушки, разминочка заканчивается, сейчас будет жопа, потому что, ну, я переживаю, честно говоря. Я с айпада реально еще очень плохо играю, с тех пор, наверное, как я записывал ролик, где играю с айпада, и где обещал там себе самому, что стану киберспортсменом стендов 2, но прошло довольно-таки много времени. И особо сильно там я не научился играть, потому что особо сильно времени и не было играть в стендов, ребятки. Готовил ролики для вас, сами понимаете, вот это все дела. Но, тем не менее, постараюсь хоть что-то показать. Может быть, руки-то помнят, нет? Берем свой 5-7. 5-7 не Rush, к сожалению, поэтому без 5-7 Rush, наверное, сейчас я проиграю, ребята, первую пистолеточку. Но постараюсь дать что-нибудь красивое. Вот тут в апартах, кажется, есть чел. Кажется, есть в апартах чел. Кажется, есть в аппаратах чел, ну-ка, а ну иди сюда. О. Чего? Откуда он взялся? С ножа сразу, ребята, меня уничтожил. Давайте, я не знаю, рандомный нож купим. Окей, давайте, если сегодня меня будут убивать с ножа, вот так вот, как лоха галимом, будем покупать рандомный нож. Поехали. Ну чё, пацаны, блин, с первого раунда просто взяли, с ножа забрали. Давайте просто выберем какой-нибудь, ребята, и смотрите этот ролик до конца, потому что в ролике где-то я разыграю для вас этот ножик. Я не знаю, какой бы взять, О, керамбит фрозен, ребята, отличный нож, он выглядит как керголд, ребятки, вот такой вот керголд, который упал просто в лед и немножко заморозился. Я надеюсь, вам он понравится, поэтому смотри ролик до конца, где-то будет розыгрыш, а мы погнали в катку. Окей, Сэндстоун, в принципе, карта КТшников, это раз. Сэндстоун, в принципе, карта, на которой возможно спокойно вытащить с дробовиками, поэтому мы, не думая, как идиоты последние, идем пушить, ребята, фонтан с фабмом, который не ваншотит. Эй! Да ты чё? SM-10-14 Pathfinder, ребята, капец. Просто второй раунд и второй фраг. Но я, ребята, постараюсь показать хорошую игру. Постараюсь сейчас немножко отдуплиться. Погнали покупать. Итак, ребятки, SM-10-14 Pathfinder. Блин, обидно, что скины на самом деле, наверное, будут плохие именно в закладке бомбы. Но мы постараемся немножечко разбавить этот контент и возьмем в 10 раз дороже. Вот, к примеру, Pathfinder обычно стоит 3.25. Мы возьмем вот такой вот Pathfinder статрек, который стоит практически в 10 раз дороже. Ну и катим в катку, ребята. Фух, ну пацаны, тащи. Да ну, наших пацанов режут. Это вообще не интересно. Алло. Так, все. Rush собирается. Rush собирается, ребята. 2000. Капец, у меня по мани менеджменту все очень плохо. Как меня вынес тот чел, я честно не знаю. Хотя я по нему 2 раза попал, но стендов, видимо, не решил не регистрировать мой урон. Он сейчас 100% еще раз сюда пойдет, и мы его встретим с МП7. Ага. Встретили. Надеюсь, я с ХП. Я с ХП. О, забрали! Еще! Нет! АКР обычный, ребята, идем открывать кейс. АКР обычный, ребята, с обычного скина. Блин, самое обидное, наверное, на закладке бомбы, то, что у пацанов совсем нету скинов. Поэтому, ребятки, ну, фуриос кейсик, потому что он, ребятки, у нас скоро убирается. Вон, видали, сколько у меня штучек, ребятки, скоро все увидите или уже увидели, не знаю. Открываем, ребятки, фуриос кейсик, погнали. Фамас Бигл, блин, ну, какашечка, конечно, какашечка. Ну, ладно, ребята, тем не менее, мы катим в катку. Блин, ну, надо остерегаться крыс, насколько я понял. Давайте изменим тактику и не пойдем больше на А, пойдем попробуем запушить Б. Я же Rush, ребята, и это закладка бомбы, в принципе. Здесь нужно улавливать фраги, да и мне бы сейчас, ребятки, в плюсы выйти не может.
Есть, забрали, один забрали, Блин, мне не хватает немножко скорости, но на ускорении я играть не могу, я не знаю. Поэтому сильно разворачиваться, там 360, я еще не научился. Мне вот скилл какую-то свою раскладочку подсказал еще давным-давно, я ее поставил, как бы на ней немножко так поигрывал. Но, блин. Ой. Хорошо, резал меня козел! Я видел его, ребята, я видел, а слышал, вернее. Так. И тут все, отлично, раунд забрали, а счет сравняли, 3-3, мы вышли почти в плюс, ребятки, отлично, это я считаю уже достойно твоего лайка, братанчик. Так, может скоп взять? Не, не буду скоп брать пока что пойду с эмочкой. Вот у меня со скопами, вообще обожаю играть со скопами, обожаю играть с АКР-12, обожаю играть с М16, но вот с айпада у меня особо не получается со скопами играть. Я могу там, конечно, вантапы вешать на гонке вооружений, но, блин, не тут, тихо. Тихо. Я даже кнопок своих не вижу, куда жать. Так, на память чисто нажал, присел просто. А как? Со спины! АКР Ворем, ребята, идем покупать в 10 раз дороже. АКР Ворем, да блин, пацаны, купите себе нормальные скины. Ёлки-палки. Так, Ворем, что у нас стоит Ворем? 0.37, я не знаю. Блин, ну такие скины, наверное, надо вообще в 100 раз дороже покупать, я не знаю, ребятки. Давайте вот так вот, арканочку возьмем просто, арканочку. Вот такую вот арканочку. И просто, ребятки, возьмем вам и это. Ну, вот разыграем ее тоже. Вот просто 5-7 Веном дополнительно в розыгрыш. Смотри ролик до конца, братан. А мы погнали в катку. Берем эмочку, берем 16, идем скопить, ребята. Да, блин. Меня просто тупо слепят, ребят. Меня тупо слепят. Это нечестно. Так, отлично, минус 2 наши дали уже. Отлично, спокойно. Наверное, слишком напрягаюсь, поэтому не получается особо играть. Так, блин, они его забрали. Я хотел в спину, как крыса, забежать и забрать. А пацаны его просто уничтожили уже. Где последний? Забрал, забрал, отлично, отлично, отлично. Где, где бомба? Почему не могу раздефузить? Во, все, могу. Ребят, отлично, я затащил раунд. Я опять сравнял свой счет. У меня почему-то значок бомбы вылазит только на самой бомбе. Капец, прям только на самой, рядом вот миллиметры уже не вылазит. Я хочу, чтобы этот ролик вышел таким, какой он есть. Вот, вот, чтобы вы видели реальную игру. Чтобы я не перезаписывал по 300 раз, пока не получится классный там ролик, да, классная катка. А чтобы вы видели, как я на самом деле играю с айпада. Вот, вот так вот. О, тихо, 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 там на Б. Заберем, заберем. Нет, спокойно. Там, блин, у меня 15 хп. Капец. Я вообще ничего не понимаю, ничего не успеваю. Есть, забрали, затащили раунд. Затащили, блин, и знаете, у меня самооценка сразу поднимается, что я что-то могу сделать с айпада. Так, давайте попробуем запушить фонтан, ребятки. Против троих вообще не особо интересно играть, честно говоря. Есть, одного забрали в спину, как крысы, ну и ладно. Отлично! Ребята, мы забираем еще один раунд. Слушайте, ну, пока что... А, все, их пятеро. Все, сейчас будет пот, ребята. Сейчас будет Габелла. Их пятеро. Фух, нужно показать хорошую игру. Один мелш мы уже купили, блин. Ну, мне нож, конечно, не помешает. Можем его разыграть, кстати, между вами. О, братанчик, давай так. Вот, в благодарность того, что ты досмотрел ролик до этого момента уже... Ай, тихо! В благодарность того, что ты досмотрел ролик до этого момента, я разыгрываю нож, ребята, который мы купили. Вот. Так вот, для участия поставь лайк под этим роликом, досмотри его до конца без перемоток и подпишись на канал с колокольчиком. Ну и комментарий оставь с ID Standoff 2, чтобы я мог с тобой связаться, братанчик. И все, нож вообще нормальная тема, нормально, нормально. Но пока вообще скинов что-то маловато, ребята. Но я стараюсь как-то больше, наверное, игру сейчас попробовать свою протренировать, чтобы вы поняли примерно, чтобы те киберспортсмены, которые будут меня учить играть на айпаде, поняли, насколько у меня, ну, плохой уровень игры и знали, на что идут, вот так вот. Так, все, мы, походу, там растащили всех, да? Мы всех растащили, отлично, камбэк из рил, ребята. Успеешь, брат? Хорош! Успел. 8-4, мы в двоечку идем на закладке бомбы с айпада. Если честно, ребята, я предполагал, что будет гораздо хуже. Прям вообще гораздо хуже. Я думал, я буду просто как лох последний отыгрывать. Успокойся. А! АКР Нано, ребята, обалдеть. Я не знаю, давайте купим просто... Ну, блин, скины говно. Давайте просто возьмем и купим марканку. Тоже плюс вам в розыгрыш. Просто пойдем и купим. Погнали покупать. АКР Нано, да что за скины у них? Капец, пацаны, сколько Нано стоит? 1.31. Берем? Берем. 100-трековский. Берем 100-трековский в 55 раз дороже. Просто, ребята, для того, чтобы... Ну, я сам понимаю прекрасно то, что смотреть вот так вот вообще неинтересно. А когда вот хотя бы более-менее
менее какие-то траты, мы уже почти 2000 голды потратили. Так интереснее. Все, погнали в катку. Слушайте, может с авиком попробовать? Нет, с авиком я отыграю плохо, поэтому я куплю Фамос, ребята. Давайте с Фамосом, а то с эмкой да с эмкой. Вот Фамос мне тоже нравится, но вот единственный его минус, что у него всего 25 патронов. Ну а так Фамос вообще топ пушка, честно говоря. Я раньше только с ним катал. Так. Все, допушим. Ай, тихо, пацаны, тихо. Я убил, не убил? Убил одного, слепой. Двоих забрал. Минус. Три было, нет. АКР обычно, ребята. Идем открывать кейсик. Еще один кейсик. Ну, несомненно, ребята, я открываю Фуриус. Я открываю Фуриус, потому что это сейчас кейс этот убирает. И он, ребята, вот, ну, сами знаете, что сейчас, скорее всего, на отдаче. Но Юмпшарк, блин, капец, капец. Окей, ребята, идем в каточку. Слушайте, ребята, ну, 11-6. После того, что я с айпада реально очень давно не играл, это вообще, по-моему, результат божественный. Как считаете, ребята, напишите в комментариях просто. Давай, брат, тащи, тащи. И один со спины был, один со спины был, давай. Ну, в теории у нас есть все шансы сейчас победить. Я думаю, что мы одержим победку. Блин, офигеть, ну я думал реально, меня будут... Справа же, да? Хорош! Хорош, брат. Дифуз, 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 давай. Хорош, отлично, пацаны. Это победа, это win, ребята. Остался один раунд затащить. Сейчас Раш просто берет, ребята, еще раз Фамос. Вот сейчас Раш берет еще раз Фамос. Или петуха. Или петуха взять. Петуха и просто минус. Нет, давайте Фамос, короче. Короче, идем просто и пушим сейчас, ребята, я не знаю. Ну вот, просто пушим Б и даем минус 3. Проверяете? Давайте так, если я не даю сейчас хотя бы минус 2 в этом раунде, то тогда, ребята, я покупаю дополнительный кейсик какой-нибудь интересный, там, Хэллоуин пак. Во. Так, тихо. Кажется, сейчас будет Хэллоуин пак. Подождите. Это просто челлендж для себя, чтобы не сдохнуть, как дебил. А! Идем открывать обычный кейс, ребята, и Хэллоуин пак еще. Капец, вот это я челлендж тебе дал. Но я, ну наши пацаны, наверное, растащат, пацаны. Это будет конец катки, да? Еще один кейсик, ребята. Но, блин, я не выполнил свой челлендж, поэтому придется еще открывать чарм пак Фуриус. Ой, стой! Брат, да как так? Капец! Я думал, нож выпадет, ребята. Слушайте, давайте-ка мы вот так вот сделаем. Просто, ребята, я не знаю. Давайте-ка вот просто открываем сейчас чарм пак. Чарм пак открываем. И откроем еще один Фуриус кейс, который, может быть, выдаст нож. Потому что, ну, капец, блин. Нож прям очень близко был, как будто он не хотел вот так вот просто отпускать меня. Поэтому еще один Фуриус сейчас купим. Опять нож. Опять нож просто пролетает, окей. Походу он ничего не даст, ребята, погнали открывать чарм пак. Забустили немножко и погнали. Все, давай, голду мы слили, давай арканочку. Арканочку, чарм брейнлесс, ребята. Ну ладно, идем в пятку. Давай, и вот сейчас смотри, пацаны вытаскивают. Пацаны, да, вот видите, да. И сделаем вот этот ролик интереснее еще. То, что мне сейчас за удачу выпадет AVM Treasure Hunter, просто, ну вот я с айпада играю, ребята, и как бы, ну, братан, ну с айпада достойно отыграл 11-7 с айпада, и вот тебе, братан, мы даем AVM Treasure Hunter за удачу. Вот просто, почему нет, Axelbolt, давайте такой вот как бы челлендж вам. Давайте так договоримся, Axelbolt, если вы мне сейчас, кстати, выиграли, ребята. Если вы мне сейчас за удачу не даете, как бы, AVM Treasure Hunter за то, что я с айпада достойно отыграл, то тогда, ребята, с вас обновление в течение 3 дней. 0.16.0, ребята, давайте. Если сейчас не выпадает AVM Treasure Hunter, ребята, то тогда выйдет обновление в течение 3 дней. Если админы, конечно, посмотрят мой ролик. Ну, хорошая игра. Ну, а я надеюсь, тебе этот ролик, братанчик, понравился. Если это так, то влепи свой царский лайк и подпишись на канал обязательно с колокольчиком. Ну, а микрофона был, как всегда, Раш, ребята. Прямо сейчас тыкайте на этот ролик, ведь он получился очень классный. Очень здоровский ролик. Мне он очень понравился, над ним очень старался. Поэтому смотри его до конца, братан. Все, всем пока!